Уже несколько месяцев человечество ведет ожесточенную борьбу с пандемией COVID-19. Но болезнь, которая нарушила привычный образ жизни и заставила нас играть по новым правилам, не всесильна. В Азербайджане продолжает действовать особый карантинный режим, который направлен на предотвращение распространения коронавируса. Сегодня в Баку можно видеть такую картину. Правоохранительные органы проверяют у людей разрешение на работу и наличие положительного ответа на СМС-сообщение, которое предварительно отправляется на номер 8103, что позволяет осуществлять выход из дома по той или иной причине. Все это делается для того, чтобы оградить нас от заражения COVID-19. Жители ответственно и с пониманием относятся к ограничениям, связанным с пандемией, но есть и те, которые нарушают установленные государством правила, игнорируют закон. В таком случае они привлекаются к административной ответственности. Государственный служащий, есть удостоверение? Предъявите, пожалуйста, ваше удостоверение. Все в порядке. Приезжайте. Хорошие дороги. Добрый день. Старший сержант дорожно-патрульной службы Дадашев. Покажите, пожалуйста, удостоверение личности. Одну минуту. Сейчас проверим. Значит так. У вас нет СМС-разрешения. Кроме того, ваша справка с работы аннулирована. Прошу вас остановить машину перед машиной ДПС. В связи с нарушением я вам выпишу протокол. Напомним, что 9 апреля в связи с определенными нарушениями были аннулированы некоторые разрешения на выход из дома, выданные ранее. А 10 апреля разрешения, противоречащие требованиям особого карантинного режима, были автоматически удалены с портала электронных разрешений. Борьба с COVID-19 не прекращается ни на минуту. Врачи спасают жизни, работая на пределе своих возможностей. И мы обязаны помочь им в этой борьбе, оставаясь дома. Соблюдайте все необходимые правила, предписанные специалистами. И, может, уже завтра у каждого из нас появится возможность с гордостью и с полной ответственностью утверждать, что он был причастен к спасению нашего общего дома, планеты Земля. Будьте дома, будьте здоровы!